Всем привет! С вами Великий Сидоджи. И поскольку Безумный Билл заболел, я засниму видосик про GTA San Andreas. Миссии с поездом и большим дымом или с поездом и паровозом, а если быть вообще точнее, то с поездом и Биг Смоуком. Глупый перевод. Ну ладно, приступим, а то этой жирной жопы загорится пукан, и я получу потрачено. Итак, садимся на мою самую непробиваемую тачку, которую я получил из миссии про лоурайдеров. Эй, это же скорая помощь, наверное, кто-то получил потрачено, и наверное от моих братков из улицы Рощи. Ну ладно, едем уже к этой жирной жопе, а то я уже чую, как бомбит его пукан. Итак, не нарушая правил дорожного движения, едем поскорее к большому дыму. Пошевеливайся, ты уже точила. Эй, это же темпена и польская собачка. Чё вы задумали? А ну проваливайте, гады. Что за фигня, нигер? А ну-ка пошевеливайся, пока ты не попал в больничку, а точнее пока не получил потрачено. А ты, польская собачка, лучше пойди в панчичную и покушай булочек от мамочки. Быстро шевелите своими жопами. Ну вот наконец ушли. Здорово, большой дым, хватит уже болтать, идем к этому тупому поезду. И если у меня ничего не получится, я потрачу тебя, жирная жопа. Ты понял меня? И не моли о пончиках, чтобы я смиловался, я все равно тебя потрачу. Итак, вновь, не нарушая правил дорожного движения, едем к поезду, а точнее к небратюням, чтобы их потратить. Езжай быстрее, или ты так же, как и предыдущие, точила будешь выпендриваться. Нет, я тебе не позволю. Хватит уже болтать, идем к этому тупому поезду. И если у меня ничего не получится, я потрачу тебя. И вот начинается великий экшен и супер спецэффекты, но если по правде, то начинается погоня за четырьмя придурками, которые почему-то одинаковые по лицу. Наверное, братья-близнецы, или может были клонированные великими учеными нашего времени. Только почему никто не сказал это бедному нигеру? То есть мне, объясняю специально для чайников или тормозов, у кого соображалка не работает. Затралил У вас бомбит пукан. Нет? Ну ладно. Не будем отвлекаться от этих небратюнь. Что за фигня, нигер? Вы видели, как байк подпрыгнула, как обезьянка? Наверное, и у жирной жопы загорелся пукан, потому что не может попасть на небратюнь. Давай, давай, давай. Да что за фигня, нигер? Не позорь меня. Давай, давай. Ты издеваешься? Не забывай, я потрачу тебя, если не получится уничтожить этих говнорей. All we had to do was follow the damn train, CJ. Да что за фигня, нигер? Ты издеваешься? Ты оставил меня одного, как проститутка из улицы Рощи? Нет, такого обращения я не допущу. Как я и обещал, я потрачу, если на этом видео наберется хотя бы 6 лайков, и чтоб он не молился пончиком о пощаде. Но на этом все. Подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был Сидоджи вместо Безумного Билла, так как он заболел. А? Я уже это говорил? Ну я и лалка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.